Сейчас будем проезжать мечеть. Там сперва католическая часовня и дальше мечеть. 95% буддисты, где-то 4% здесь мусульмане проживают, особенно южные народы на границе с Малайзией, потому что в Малайзии мусульмане. Уже мы в Паттайю заехали, да? Да. Обращайте внимание на проезжающие мимо пикапы с крышами. В частности, вот впереди, перед нами сейчас едет беленький. Вот на улице Сукумвит, например, отель Амбассадор, он выходит прямо на эту улицу. У вас тук-туки, общественный транспорт именно белого цвета, ходит только или в ту, или в другую сторону. Но на Сукумвите подороже стоимость проезда, потому что расстояние большое, здесь 40 ват на человека стоит проезд. Уже внутри города 10-20. И сейчас, уважаемые гости, наш тайский гид Ив пройдется по автобусу, соберет у вас бейджики. Они вам больше не понадобятся. Не дам. Оставлю с собой. Нельзя? Ну, забери. Последнюю забирай. Это как у нас. Вот. А что тут записано? Как вот это вот все, что здесь есть, у нас похоже как у нас в Ленкоре, как в Талышах. Такие же кусты, такие же вот это. Такие же пальмы, да. Такие же мечети красивые. Ну еще у нас еще лучше, да? У нас еще красивее. Такие же буддийские храмы? Не, буддийские храмы уже нет. Этого нет. Талыши Таиланды. Мотоцикл здесь в аренду можно взять? Можно, но очень опасно. Почему? Потому что левостороннее движение,
потому что сами тайцы гоняются как сумасшедшие, у них очень хаотичное такое движение, правила дорожного, правила практически никто не соблюдает. Вот здесь, чтобы себя... Вот статистика говорит, что 5 случаев в сутки с мотобайщиками, то, что разбиваются, но мне кажется, что врет, потому что то, что сама вижу, мне кажется, что больше. Кто знает, она рядом с нами не стояла. Я думаю, так многие думают. Ну, поверьте, это так есть. Особенно Талышан. Большая практика. У вас в Азербайджане никакой этого нету, закона. И вы там решаетесь тоже водить? А? Вы там тоже водите? Там, да. Там вообще без спорта жить.